Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале ⁇ Экзигет ⁇ хочется предложить вашему вниманию размышление на очень важную актуальную тему о христианстве и восточном мистицизме. Существует такая точка зрения, она достаточно популярна, достаточно распространена у религиозной интеллигенции, что якобы и мы, христиане, и представители восточного мистицизма, мы двигаемся к одной и той же цели. И даже есть такое красивое такое сравнение, что как путник идет по одному склону горы, другой идет по другому склону горы, третий по третьему, они могут не видеть друг друга, друг друга не знать, но на самом деле они поднимаются к одной вершине. Действительно ли христианство православное – основанная на вере в Господа Иисуса Христа, Спасителя мира. Основой вероучения христианского является божественное откровение. Это священное писание Ветхого и Нового Завета. Действительно ли мы вместе с последователями восточного мистицизма, например, буддизма и индуизма, неоиндуизма и других течений, действительно ли мы идем к одному Богу? Согласитесь, важный вопрос. И так или иначе, нет, наверное, современного человека, который хотя бы один раз в жизни не задался этим вопросом. В свое время английский писатель Герберт Честертон заметил, что когда люди перестают верить в истину, они становятся или скептиками, или начинают верить во все подряд. И современные люди в подавляющем большинстве вообще перестали верить в истину по крайней мере, в области мировоззрения. Убеждение, что есть нечто обязательное для всех, полностью вышло из моды. И результатом этого является в наше время уже даже не скептицизм, а такая, если выразиться, религиозная всеядность, допущение мысли, что истина некая, она разбросана по частичкам в самых разных, допустим, религиозных традициях, в разных течениях, философских эм, эм, каких-то вот школах и так далее, и так далее. Эту мысль когда-то выразил, интересно, Бернард Шоу в следующем афоризме. «В мире существует лишь одна религия и множество ее разновидностей». И таким наглядным воплощением вот этой идеи существует бахаистский храм, есть такое религиозное движение Бахаи, недалеко от Чикаго. Там 9 входов к единому алтарю, который стоит в центре. Девять ходов символизирует ну, девять самых э, популярных мировых религий, но все они ведут к единому алтарю, который находится в центре храма. И заметьте, алтарь именно бахаитский. И вот это постепенное признание равной истинности всех религий или даже там мысль, что частички истины в той или иной степени существует везде, это процесс такой вот духовной энтропии, к сожалению, неизбежный, очень быстро распространяющийся. И тут можно сказать следующими словами, как бы такое наблюдение, если раньше по крайней мере, для людей, воспитанных в христианской цивилизации, Христос был целью, целью религиозных устремлений, Господь наш Иисус Христос, то теперь для подавляющего большинства представителей, как сами они любят о себе говорить, постхристианского западного мира, сейчас центром устремлений стала некая такая вот абстрактная духовность или некая божественность, а Господь Иисус Христос в лучшем случае стал как одной из планет, которая вращается вокруг вот этой орбиты. И вот эта духовная атмосфера, которая сейчас царит в мире, вы все, дорогие друзья, наверняка об этом в общих чертах знаете, на самом деле она имеет свои глубокие корни в восточном мистицизме. И вот э, эта идея у того, что есть некая духовная сущность, которая объединяет все религии, все устремления, она была давным-давно изложена в учениях индуистских гуру. В частности, йог Рамакришна выразил это следующими словами. Процитирую вам. «Бог один, отличаются лишь его имена». Одни утверждают, называют его Аллахом, другие называют его Богом, кто-то называет его Брахманом, кто-то Кали, кто-то Кришной, Иисусом и Буддой. На Западе эта мысль была провозглашена публично и вызвала большой ажиотаж на парламенте религии в Чикаго, который проходил в 1893 году. И там выступил ученик Рамакришны, с вами Вивакананда. Личность и имя достаточно известные, особенно э, вот, у нас в 90-е годы очень были популярны в разных так сказать, журналах, э, статьях, переводах э, различные религиозные размышления и трактовки с вами Вива В частности, Вива говорил следующее, процитирую вам. «Есть, если одна религия истина, то все остальные тоже должны быть истины. Так что религия Индии столь же ваша, как и моя. Провозгласил на парламенте религии в Чикаго, обращаясь к представителям протестанства римокатолицизма. Мы, индусы, не просто терпимы, мы объединяем себя со всеми религиями, молясь вместе в мечети с магометанином, поклоняясь огню за рострицем, преклоняя колени перед крестом с христианином. Ну, здесь немножко остановлюсь. На самом деле Гуру Вива Кананда здесь немножко лукавит, потому что. Преклонить колени перед крестом Спасителя ни один индуистский гуру никогда такое не сделает. Цитируем далее его слова. «Мы знаем, что все религии, сходные и от простейшего фетишизма до самого высокого поклонения Абсолюту, являются лишь попытками человеческого духа охватить и осознать бесконечные. Поэтому мы, – говорил он о себе как о представителе восточного мистицизма, – мы собираем эти цветы, связав их вместе нитью любви, создаем из них дивный букет богослужения. В свое время отец Сергей Булгаков обратил внимание, что теософия, которая еще в XIX веке была очень популярна у интеллигенции, она под маской такого как бы религиозного экспиранта занимается на самом деле пропагандой восточного мистицизма, и вот одна из последовательниц Елены Петровны Блаватской, она наша соотечественница, основательница Теосовского общества. И вот ее преемница Ани Безант, она в своих дневниковых воспоминаниях у нее есть такие слова. Я обратилась к индуистским писаниям и поняла, что во всех случаях эти писания, то есть писания восточного мистицизма, являются оригиналом всех писаний и всех религий. Давайте дорогие друзья, кому это интересно, задумаемся, потому что так или иначе, православный верующий христианин сталкивается с людьми, которые пропитаны идеями восточного мистицизма. Причем люди совершенно искренние, люди хорошие, и они искренне не могут понять, а что плохого, если я являюсь, например, христианином, принял таинство крещения в детстве или, может быть, даже в сознательном возрасте, и я одновременно могу заниматься медитацией, могу заниматься йогой, могу верить в какие-то те или иные положения восточного мистицизма. Разве мне мешает одновременно быть и христианином, и последователем восточного мистицизма? Разве все мы не идем по склонам одной горы к одной вершине? И вот хочется вашему вниманию предложить, дорогие друзья, такой как бы сравнительный анализ – основных постулатов христианства и восточного мистицизма, в частности Адвайта Виданты, и вот эти основные постулаты, скажем так, догматы христианства и восточного мистицизма, поставленные лицом к лицу. Христианство утверждает э, строгий монотеизм, то есть вера в единого Бога. И вот Господь наш Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, в своей в 17 главе, в своей первосвященнической молитве, он э, говорит такие слова, обращаясь к своему Отцу. «Сия есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа». И далее говорит Спаситель, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славы, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Здесь вот главные слова, что истинная вечная жизнь – это знать единого истинного Бога. Восточный мистицизм проповедует политеизм, то есть многобожие. Второй очень немаловажный момент. Мы, православные христиане, исповедуем, что Бог есть высшая личность. Вот эти слова, которые только что я вам процитировал. «Да знают тебя, единого истинного Бога». «Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И Бог, став человеком, Господь Иисус Христос, вторая поста Святой Троицы, когда ученики просили Его, «Господи, научи нас молиться», Он дал образец молитвы обращение к Отцу Небесному со словами «Отче наш». В такой молитве человек обращается к личному Богу. Напротив, восточный мистицизм исповедует, что божество абсолютно безлично. Вот абсолют, к которому кланяются, о котором думают, в медитации пытаются слиться с ним и пытаются себя с ним отождествить, а этот абсолют безличен. Следующий третий очень немаловажный пункт, если мы сравниваем главные постулаты христианства и восточного мистицизма, христианство говорит, что Бог противопоставлен природе как ее творец. Бог создал весь этот тварный мир, вот этот видимый мир за шесть творческих дней, как мы читаем в Священном Писании в первой в главах книги Бытия. Мир создан Богом. Мир не является эманацией, он не является частью божества, он создан Богом, и Бог, будучи творцом, противопоставлен миру, как ее творец. Напротив, восточный мистицизм учит, что абсолют, вот этот безличный абсолют, полностью разлит в этой природе. На этом так сказать, построенный, вот так называемая вот, любовь ко всему сущему, непричинение зла, все то, что так вот импонирует европейцам, когда они узнают, что вот в Индии там букашечку нельзя раздавить, листочек лишний раз не, 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 нельзя сорвать, почему? потому что абсолютно разлит во всем этом. Но если даже можно возразить, что вот эти первые три пункта да, о природе Бога, что исповедание что Бог, единого Бога, что Бог есть личность, что Бог творец природы, а в индуизме, в восточном мистицизме противоположные суждения, политеизм вера в безличного Бога и убежденность, что он может быть разлит в этом мире, можно сказать, ну, это уже ну, такие торговки, так ли мы все это понимаем, может быть, на высоте мистического опыта люди приходят к одинаковому пониманию. Но четвертый очень важный момент – это христианское и одномерно представление восточного мистицизма о зле. Что такое зло? Естественно, ответ о природе зла, он один из самых сложных вообще в богословии, философии. Христианство утверждает, что зло не сотворено Богом. Бог не источник зла. Зло есть извращение сотворенной Богом природы. То есть зло появилось в этом тварном мире в результате того, что уже сотворенные Богом существа, тварные духи, один из, один из высших ангелов восстал против Бога. То есть родоначальником зла является один из падших ангелов. Он является источником зла. Бог же не является источником зла. Восточный мистицизм говорит, что зло, как и добро, есть одно из проявлений абсолюта. Следующий, пятый пункт сравнения основных положений христианства и восточного мистицизма. Христианство говорит, мир является реальностью, сотворенной Богом. То есть, ведь вот этот окружающий мир, даже, вот, даже само вот мы, наше вот это словосочетание, окружающий нас мир, который мы видим, слышим, вот это трехмерное пространство, является реальностью. Восточный мистицизм говорит, мир есть иллюзия, даже есть такое санскритское слово «майя», то есть он представляет собой божественную игру Абсолюта. И здесь хочется немножко ваше внимание, дорогие друзья, остановить и более подробно рассмотреть два вот этих последних пункта. Без их понимания достаточно сложно будет и самим понять, и объяснить нашим, допустим, собеседникам, которые искренне убеждены в том, что христианство, допустим, идуизм и вообще восточная мистика – это пути к одной и той же цели. Те, кто воспитаны в христианской традиции, кто читает Священное Писание и понимает Бога как абсолютное добро, для них будет шоком узнать, что восточный мистицизм считает реальностью только абсолют, только абсолют является реальностью, и весь вот этот мир является иллюзией, как бы некой божественной игрой Абсолюта. И Абсолют скрыт за любыми явлениями этого окружающего мира. То есть Абсолют себя проявляет и как добро, и как зло. То есть с точки зрения восточного мистицизма только Абсолют вот этот, безличный, реально существует, ничего больше не существует, а все то, что мы в этом мире видим и считаем как зло, как страдание или источник страданий, все это не что иное, как проявление одного и того же абсолюта. То есть э, это такая очень популярная фраза, э, находится по ту сторону добра и зла, как будто по ту сторону добра и зла можно, можно находиться. И вот абсолют, который единственный реально существует, как исповедует восточный мистицизм, может себя проявлять и как зло, и как добро. Даже в индуистском э, вот этом представлении о Тримурте, как бы трех богах, да? Брахма – это бог-создатель, Вишну – это как бы бог-охранитель, а Шива – это бог смерти и разрушения и по совместительству покровитель йогов и по совместительству покровитель танцев. И вот Шива как раз является богом разрушения. Через него проявляется все то, что мы, мы люди, мы, называем злом, зло, страданий источник страданий. Еще одна из проявлений именно такого явного поклонения злу – это супруга бога Шивы, богиня Кали. Она изображается такой вот очень отвратительной женщины со скаленными физиономией с множеством рук увешенная черепами ну, даже описывать ее я не хотел, бы всю ее внешность и лишь процитирую вам слова уже упомянутого с вами вива канандой из его же статьи веданта религия будущего я поклоняюсь ужасающей – писал Вива Канада. «Ошибочно полагать, что всем людям движет тяга лишь к наслаждению. Столь же многие имеют врожденную тягу к мукам. Будем поклоняться ужасу ради него самого». Полностью цитату не буду вам зачитывать лишь ее окончание. «Кто может утверждать, что Бог не может проявлять себя в виде зла, как и в виде добра? Но только индуист осмеливается поклоняться ему, как злу». Согласитесь, дорогие друзья, вот мы сейчас с вами достаточно поверхностно рассмотрели пять пунктов, пять основных постулатов христианского исповедания и восточного мистицизма. О природе Бога, о природе этого тварного мира, реален он или нереален, и о возникновении зла. И даже из вот этих пяти пунктов видно, что христианство... И восточный мистицизм это не просто положения противоположные друг другу, а взаимоисключающие. И так или иначе человек, который увлекается, интересуется, начинает читать религиозную литературу, начинает знакомиться с восточным мистицизмом и, допустим, читать Священное Писание, знакомиться с христианством, он все равно стоит перед выбором, он все равно делает выбор как бы стоит дилемма. Невозможно одновременно верить, что Бог – личность, к которому мы обращаемся в молитве «Отче наш», и одновременно верить и исповедовать, что Бог безличен. Одновременно верить, согласно Слову Божию, Божественному Откровению, что мир создан Богом, что есть Творец, а есть это тварный мир. И одновременно верить, одновременно, тут принцип взаимного дополнения не действует, одновременно верить, что Абсолют разлит в этом мире. Одновременно верить, что Бог – источник только добра и вечной жизни, и что зло не сотворено Богом, а есть, есть нарушение воли Божьей, что зло появилось в тварных существах, и одновременно верить, что Бог может проявлять себя и как добро, и как зло. Согласитесь, дорогие друзья, одновременно верить так и так невозможно. Христианство и восточный мистицизм ⁇ это пути все-таки идущие в разных направлениях. В следующей беседе рассмотрим еще несколько важных положений христианства и восточного мистицизма, чтобы нам убедиться, действительно ли справедливо утверждение современных людей, что можно быть и христианином, и одновременно исповедовать восточный мистицизм. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.